Hello guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. Dear friends, you already know Tanya, and I just for new viewers, I tell a little backstory. We found this girl in the village in winter without light, food and water. She broke down her fence to at least keep warm. She didn't have the money to buy firewood, and I decided to help her. I brought her to the city, rented a nice apartment, I bought her clothes in order to her to believe in herself. We do Tanya a new hairstyle, a new makeup, so she feel like a girl. And there was also another hero in our channel. His name was Dima. Why I'm speaking in the past time? Because Dima died. The investigation is still underway. Tanya met Dima. We have a relationship and got married. And after Dima's death, Tanya went to her village. The government gave her apartment, and she started drinking alcohol. After that, she underwent rehabilitation after alcohol addiction, and she held on for 10 months. But now she drinks again. I offered her rehabilitation again, and she agreed. I told her what I would come back and in a week. And I told her to be sober by my arrival. And now, guys, you will see what's happening. And also in this video, you will see Katya's family. She is a mother of three children. Unfortunately, all children is disabled. And we try to support this family. And you will see what progress we are have after operation and how going on rehabilitation. But before it's starting, please guys, subscribe to our channel. If you like what we do, you can support our channel. All information about support you will find in description. Мне кажется, вот эта фотография, где он без очков, будет ей приятно вот такую видеть фотку. Распечатал вот такие фотографии, друзья. Таня просила привезти фотографии Димы. Особенно сейчас. У нее опять проблемы с алкоголем. Не знаю, может, ей это поможет, как-то простимулирует. Потому что если человек сам не захочет, он не изменится никак. Что бы ты там ни делал, абсолютно. Тася, ты как? Нормально. Ты пьешь? Красиво. Давай зайду, посмотрим, как ты. Дима, ты одна? Нет, с Натахой. С Натахой? Вы все пьете, да? Ну, думайте. Давай я тебя закальтирую. Давай. Когда? В любое время, когда заходишь в такой день. Ну, ты понимаешь, тебе нужно не пить хотя бы дня три. Короче, я уже отхожу, неделю уже отхожу. Это валялось. Вот это мне больше всего понравилось, где вы вдвоем, где я в рамочку сделал. Ты на меня обижайся. Да я не обижаюсь, я тебя вытащить хочу из этого кошмара. Хватит. Серёж, у меня, короче, это, ты мне дозвониться не можешь. Телефона у меня нету. Лёха Аниськин. Телефон у меня. Украли телефон, понятно. Не, у меня хоть это нет. Серег, я не знаю, что он мне теперь делает. Нет, вообще. Тебе надо не пить хотя бы дня 2-3. Я не буду пить, я глажу тебе, отхожу. Я на эту самогонку смотрю, да, я блевать тянет. Сколько вы не пьете или пьете? Честно. Нет, на 3 дня, вот, третий день сегодня. Третий день? Да. Есть у вас еда? Нет, вообще бомжи, вон холодильник. Ты пить-то планируешь завязать вообще? Сереженька, а это, ты мне поесть купишь хоть? Сейчас привезу поесть. У вас вообще ничего в холодильнике? Вообще ничего, Марина. Жесть, стоят огурцы одни. Здесь непонятно что. Это суп. Так.
Думаю, будет хуже здесь на кухне. Не из этих на лицо. Вот это. Смотри, какие вы здесь красивые. Да. Вообще другие люди. Не, я самая красивая. Ты давай опять превращайся в человека, Таня. Нельзя же так травить свой организм. Надька, Валь, там, все пьют здесь. Все да. пьют? Да. Не хочу, Серега. Мне даже пьянка это уже не лезет. Они уже бегать. Угу. К нам все бегают. Короче, давай так. Ты не пей два дня, и мы тебя закодируем. Давай, я обещаю. Что тебе купить? Какие продукты, Таня? Купи мне хотя бы это, чего-нибудь из мясного. Мясного? Мясо прям купить или да, что? Да. Или колбаски? Сосиски, ну, колбаски, мясо? Да, да, да. Курицу давай куплю. Да. Мы сегодня приехали к Кате на новую квартиру. Точнее, на старую квартиру. Вы ее просто еще не видели. Зимой они живут здесь, потому что дом практически непригоден для проживания. И у нас есть хорошие новости, друзья. Мы сейчас зайдем, пообщаемся с детьми. Прогресс идет, но потихонечку. Потихонечку им становится лучше и лучше. У ребят развивается моторика. Движения становятся все более уверенными. В общем, не буду вам рассказывать сейчас, вы сами все увидите. То есть все. Проведаем. Здрасте. Привет. Привет. Как дела у вас? Нормально. Нормально? Да. Этот мультик. Ой, спасибо. Детишкам. Иди, неси детишкам. Да, привет, ребята. Привет. Привет. Вер, привет. Как у вас дела? Это тортик вам. Мы заболели. А. Ну ничего страшного. Спасибо. Шоколадок тоже вкусных. Только много не ешь, и надо лечиться в первую очередь. Ага, да, они уже полкоконфеты. Ну ясно. Как дела у них? Нормально. Нормально. Видишь, сидим в ортезах. Ага. Это вот такие штучки специальные, ну, да? Ну вот, да. Я ж тебя скидывала. Ну, куда? Где мне новую? Видишь, фиксирует. Ага. Сейчас на следующей неделе поедем, наконец, за обувью. Ну как они, ходят? Ходим, конечно. А куда деваться, Сереж? Что врач говорит, все делаем. Как у тебя дела, Бе? Нормально. Нормально? Получше себя чувствует? Ну, таблетки пьет горстями. Как в Москве прописали, и железо, и кальций. Лер, ну как ты вот себя чувствуешь лучше, чем до того, как съездили в Москву? Ну, после... так поживее стало. Пошли со мной плитку клеить. Чего нет, пошли. Скучно. Мне не скучно прыгать под потолком, а тебе скучно. А что, вы плитку делаете? Плитку клеим, стены обшили. Сейчас плитку, потом штукатурить, поклевать, грунтовать. Короче, вот. Там еще дело. Дел еще. Много, да? Да. Еще, видишь. Сейчас комнату им сделаю, потом сюда перейдем, тут будем делать. Ага. Потом здесь, потом там, короче. Короче, много. Короче, да? Вот туда. Под потолком лазю. А, ты ее клеишь, да? Конечно. Слушай, а по ходьбе как у них есть успехи? Ну, Димка чуть-чуть помягче стал ходить. То он ноги напрягал после операции, а это сейчас прям вот чуть-чуть поживее стал. Ну, я думаю, после второй, третьей операции уже будет. А когда вторая? Ну, вообще через полгода, февраль получается. В феврале, да? Ну, а как ребята хотят вообще вот следующей операции? Не боятся? Уже нет. Не боятся, да? Уже все. Один раз испытали, все. Уже все. А что бояться, Сереж, бойся, не бойся, а делать-то надо. Обязательно, конечно. Поэтому тут уже никаких этих, боюсь, не боюсь, а делать нужно. Мы летом там делаем, зимой тут что-то делаем. И вот так вот. Вон, Сашкина мать пришла. Ну, ясно. Хоть с ней познакомитесь. Здравствуйте. А так почаще хоть заезжай. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас дела? Ничего, я мать Шурика. Ага. Ну вот они приехали, ага. Решили делать-то надо потихоньку. Ремонт, да, потихонечку? Да. Сергей вот этот домик спасает детишек.
они выйдут на свежий воздух, хоть как-то что-то. Да, там только этим легче. Вот в чем они дело. Они вышли и зимой, и летом, вот то есть как бы на улице. А здесь, конечно, очень тяжело по ступенькам ходить, и спускаться тяжело. Да как? Спустить-то я, ладно, спущу там и Диму, и Женю, а вот поднять? Да. Дима-то он по вам сам поднимается, я его заставляю. А вот Женю поднять он уже весит, ой, уже немало. Угу. Поэтому... Это такая судьба ей выпала. Господь. Когда такая была деревенька, там у меня были родственники. Моя мама, сестра жила, я училась в школе, там в середине деревни. Такая была школа, столько было учеников, столько было всего. Когда вот все поразорили, теперь газ, вода. А когда люди жили, бедствовали, трудились, этого они не делали. Ну, что делать? Теперь многие уже перебирают. Сейчас очень много деревень погибает вообще. Вообще, да, очень. Я вот тоже никому не нужен. Очень в округе, очень. И мы тоже ну, из деревни. Там старики умирают, и дома-то остаются пустые, а молодежи не надо. У нас вообще нету ничего. Вот. Да нет, надо новую деревню строить, вот и все. Никто не строит, никто никому это не нужно. Да, было, естественно, все позабыли. Молодежь теперь никто не пойдет. Все они избалованные. Мы их сразу, как только друг за другом гонимся, начинаем баловать, жалеть, ласкать. Сами из последнего, а им телефоны. И мы-то взрослые уже на этих телефонах, на этих сидим. Сами должны зарабатывать, молодежь. Ну как? Вы купили, а как же я? И я тоже. Понятно. Вот мы друг за другом гоним, а как же? А потом же и люди сейчас мало вот таких. Молодежь какая-то стала озлобленная. Вот и все. Упустили время драгоценное. Белёв когда... вообще не восстанавливают, да, я смотрю? Да не забросили его вообще. Слушайте. Кать, какие сейчас у тебя задачи, цели, вот скажи. На следующей неделе нам надо прокапать Леру, потому что придет лекарство. Да. Съездить с ними в Тулу, забрать обувь. Вот. Это пока вот на ту неделю у нас планы. А как дальше будет, не знаю. А хорошо. Так школа. Ну, я там помогу. Стулой, денежкой там, не переживай. Это мы. Ты же знаешь прекрасно, что я не буду тебе звонить. Не-не-не, все равно. Вот в таких ситуациях всегда набираю. Тяжело. Тяжело ей очень. Да, конечно. Вот спасибо вам от всей души. Я вам очень благодарна, что вы появились в этой жизни и многим. Пока я вам очень благодарна. Как дальше бы она еще жила и как выжила. И еще мой хоть появился смутный, но хоть никак какая-то хоть одна поддержка. У всех все бывает в жизни, и хорошее, и плохое, и одной. И уже они, извини за выражение, и она выдохлась, и мой выдохся. Это тяжело. Это только со стороны смотреть. Я иду, не знаю, ну тут берем маленький, все знают. Да. Куда ты прешься, извини за выражение. Даже уже матом у тебя нет самой там, это я говорю, чем могу, тем море помогу. А вам низкий поклон, я от всей души вас всех благодарю, честное слово. Спасибо большое. Давай, Сережа, храни тебе, да, сынок, милый. Дай Бог тебе спасибо, здоровье, спасибо, от всей души, там, до слез. Видно, ребят, конечно, тяжело им очень, но они стараются копошаться. Главное, у детей идет прогресс, и как-то вместе все равно легче. Когда мы навещаем, у них какой-то стимул появляется. Но видно, что Кате тяжело, конечно. Потому что вот у меня мама ухаживала за бабушкой 8 лет. Она была парализована. Бабушка вообще, то есть лежачая. И за эти 8 лет у матери здоровье ухудшилось. И выдохлась она, конечно. Она ее никуда не отдавала. И вот целых 8 лет за ней ухаживала. И я вот не представляю, как это тяжело ухаживать за больными детьми. Таня, а где Таня-то? А? Таня где? Дома. Да, Таня. Привет. Таня, ну мы же договорились в среду, что приедем за тобой. Я не пила, Серег, я ровно весь день. А? Не пила. Ты сейчас готова кодироваться ехать? Ты меня сейчас ищешь? Ну я ж на среду спрашиваю. Серег, я отхожу. Она пила, честно скажу? Нет, не пила. Сегодня нет. А вчера? Ёлки-палки, Тань, ну мы ж на свет договорились. Ну, Серёг, ну а что я сделал? Я уже сделал. Ещё укол, я там в обморок упаду.
Мне надо собраться, помыть. Какая грязная поехала. Ну, я же тебе сказал, на среду прошла, считай, неделя, Тань. Неделя? Ну, я скажу тебе сейчас, во вторник пила и все, больше не пила. Ой, точнее, во вторник, понедельник. Вчера? Понятно. Все ясно, ладно. Один. Thank you guys for watching this video. Please subscribe to our channel. Subscribe to my Instagram. There is a lot of things from my Russian life, a lot of photo, a lot of video. Sorry guys, it's really cold. Be safe guys. See you in the next video.